Нашим пилотам еще раз расскажут, как заходить на второй круг. Летчики пройдут повторное обучение в связи с недавней трагедией в аэропорту Ростова-на-Дону. Росавиация предписала всем авиакомпаниям, без исключения в парке, в которых есть Boeing 737, провести дополнительные занятия для экипажа. Пилотам предстоит прослушать теоретический курс, как вести себя в сложных ситуациях, а затем подтвердить квалификацию на тренажерах. Среди заданий – экстренная отмена посадки, уход на второй круг с любой высоты, вывод самолета из сложных пространственных положений. Как выяснили журналисты, решение о переобучении летчика в ведомстве приняли после анализа трагедии в Ростове-на-Дону 19 марта и крушения в Казани в ноябре 13-го. Главная цель – не допустить повторения авиакатастроф. Эксперты считают, что таким образом Росавиация косвенно, но признала, что главной причиной аварии Боинга в обоих случаях все-таки были ошибки пилотов.